Теперь, чтобы ознакомиться с рентгеновским снимком, врачам Видновской районной больницы не надо ждать, пока он высохнет, а после долго рассматривать его на свет, пытаясь установить диагноз. Работу облегчило нововведение – оцифровка рентгеновских аппаратов. Процесс модернизации системы длился с февраля этого года, и сегодня он отлажен до нюансов. Это, будем говорить, революция в нашей больнице. То есть на сегодняшний день мы отходим полностью от рентгеновской пленки, от проявителя, от фиксажа. В любой кабинет можно зайти, любому врачу посмотреть рентгеновский снимок и в так называемом D-формате, то есть в 3D-формате. Снимок можно повернуть, изменить контрастность, увеличить необходимую область, посмотреть в нужном ракурсе. Больше нет необходимости рассчитывать угол смещения линейкой. Более точно это сделает компьютерная программа. В данном случае на поясничном отделе проводятся просто две линии, и он насчитывает угол этого сколиоза, если он есть, этот сколиоз. К системе подключены не только все рентгеновские аппараты Ленинского района. Онлайн-снимки в единую базу поступают с аппаратов компьютерной томографии, маммографии и флюорографии. По желанию пациентов электронные изображения можно забрать на флешке или диске. Конечно, много стало проще, потому что снимки все хранятся в одном месте, всегда можно достать, проверить, перепроверить, описать. Все они дублируются, поэтому потеря данных минимальная. Такое развитие – следствие государственной программы Московской области здравоохранения Подмосковья, которая рассчитана на 6 лет и сегодня показывает высокие результаты. Здоровье жителей региона – приоритетная задача для губернатора. Еще в планах у главного врача Видновской районной больницы создание единого колл-центра. Будет 4-5 врачей сидеть в одном кабинете, консультироваться друг с другом. 4 или 5 компьютеров, пожалуйста, сразу 5 снимков, в каждом компьютере будет тот или иной снимок. И если что-то непонятно врачу, он может переслать тут же в маньяки, в любой федеральный институт и тут же получить консультацию. Оцифровка лабораторной службы – еще один этап развития здравоохранения Ленинского района. Так, в течение 4 месяцев все анализы будут храниться в электронной базе. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.